Вчера еду в троллейбусе, я вот в пиджачке был, этом, а курточка растянулась немножко там, и мужчина один такой говорит: а вы не боитесь носить это? Я говорю: а что я буду бояться? Отказаться от георгиевской ленточки – это идиотизм. Ведь пускай вы не любите советскую власть, вы ненавидите советскую власть, но георгиевская ленточка была на медалях у царя, у царский. Георгиевский крест 1, 2, 3, 4 степени. Что сейчас уничтожают памятники? Они авторитет получают? У идиотов, вот таких же идиотов, как они получают. Я так болезненно воспринял вот это вот. В законе принято признать освободителями Украины бендеровцев и там УПА, УЦО и все. Но ведь какие же они освободители? Они свой родной народ уничтожали, а их объявили освободителями. А кто же я тогда? Кто я? Я вот приехал в Полтаву в 47-м году, грудь колесом, понимаешь, ты орденоносец, и медали боевые. И я, значит, уже не освободитель, я оккупант. Ну где логика? Конечно, ощущаем. Если я вот закапывал глазные капли, 23 гривны стоили, а сейчас 80. Вот разница. И так все это. А продукты тоже. И хлеб, даже хлеб подорожал. Что бы кушать? Гречку. Если раньше я так 1000 гривен я откидывал, а то сейчас у нас не остается.